Здесь прям руки фиксируйте себе, чтобы прям до хлопка. Раз. То есть, чтобы прям четко приходило у вас. Я таким образом делаю, смотрите. Я убираю помпу. Угу. О, еще. Его задача, смотрите, видите, не дошел, да? То есть нужно дойти до нужной позиции. Нужной позиции. И прижать мою куртку плотно к телу. Прямо плотно. А вы даете немножко почувствовать, чтобы он прижался, да? То есть вы не убегаете от него, доверяете. Еще раз. Стою. Убрал. Да. Так не нужно. То есть если будет девушка, будет неприятно, да? То есть вы старайтесь прижать. Давай. Убираешь. Здесь. То есть и тычка нету, да? То есть остановить на границе. Опять выравниваем. Раз. Вот сейчас вы должны измерять, чтобы вы попадали в нужную точку. Попадать в нужную точку нужно ногой. То есть не... У вас есть конечная позиция, и ногой вы должны научиться попадать с первого раза в ту точку, где должна стоять. Попробуйте. Защита строится из двух частей. Первое, то есть я должен выйти из зоны контроля, чтобы меня не атаковали. И дальше войти с ним в контакт. Дальше из этой позиции. Из этой позиции я также разворачиваюсь и атакую его. Как бы скользящее движение, угол падения равен углу отражения. То есть после удара палка должна прилететь вот сюда. Понимаете? То есть не перпендикулярно, не туда, а должна прилететь вот так. И видите, у него куда смотрит? И у меня здесь появляется место, где я могу атаковать. Большой палец веду по палке. То есть все отпускаю, а большой палец у меня остается здесь. Поэтому она получается достаточно быстро. То есть большой палец и я это сразу назад, завожу на удар и сюда. То есть отсюда будем делать, то есть разворот всего корпуса нужен. Поэтому, когда мы делаем шаман, вот, то есть я стою вот в полоборот, то есть палка можно убрать назад. Вот полный поворот, вот так. Сейчас вы все время, все в основном стоите вот так, как с мечом. Это не меч, это палка. Печально. Угу. То есть двигают руки. Опять я выравниваю дистанцию, эта нога. Отсюда. Кирия тоже под углом. Вот так нужно. Вот его движение я должен попасть. Держи. Вот так вот. Потом прокрутить. Угу. И все. Поменяли. Дождались.